Местом встречи юных пловцов Могилевой чемпионки стала детско-юношеская спортивная школа. И это не случайность. Сильнейшие могилевские пловцы, воспитанники данного учреждения Никита Цмык и Григорий Пекарский, отстаивают честь нашей страны в составе сборной Беларуси. Спортсменов такого уровня единицы в мире, что уже говорится о Беларуси. Поэтому очень важна эта встреча. Она проведет мастер-класс, пообщается с детишками, даст автографы. Я думаю, что дети навсегда запомнят и будут видеть, к чему стремиться. Александра Герасименя в Могилеве не впервые. Первый мастер-класс она провела 5 лет назад, после Олимпиады в Лондоне. Именно такие встречи вдохновляют и стимулируют ребят на высокие достижения и реализацию собственных возможностей, считает Александра Герасименя. Первое, необходимо это поверить в себя. Я всем говорю, и с детьми разговариваю, и тренерам. Пока вы сами не поверите, у вас ничего не получится, потому что вы сами программируете себе, свое будущее. Второе – это, безусловно, работа. Я не помню, чтобы я просто так где-то сочковала когда-то вот в детстве тренировку там, по каким-то причинам. Нет, я с удовольствием, иногда без удовольствия, потому что было тоже тяжело. Но шла на тренировку и работала, старалась по максимуму. Поэтому работать иногда надо на 100, а то иногда и на 200%. Ну и третье – это, конечно же, хорошее взаимодействие с тренером. Участниками мастер-класса стали 20 пловцов, которые уже в столь юном возрасте достигли своих маленьких побед. Чемпионка за получасовое занятие с ребятами отметила потенциал могилевских ребят и их готовность в будущем показать достойные результаты. Но одного таланта мало, отметила спортсменка. Здесь требуется большое желание и понимание, для чего ты это делаешь. Она быстро плавает, она красивая, она умная, она любит добиваться всего, и я хочу стать такой же, как она. Александра Герасименя отметила проблему нехватки бассейна в стране. Не так давно она открыла клуб плавания в Минске, в котором под руководством специалистов и самой спортсменки каждый желающий может научиться плавать или улучшить свои результаты. В планах чемпионки выйти на республиканский уровень и сделать работу клуба более глобальной. У нас по республике, конечно же, не хватает бассейнов. Где-то есть бассейны абсолютно нестандартные, не приспособленные вообще для тренировок именно спортсменов более высокого класса. Конечно же, они необходимы. После мастер-класса учащиеся городской детско-юношеской спортивной школы получили автографы от своего кумира. В планах белорусской пловчихи посещение как можно большего числа детских спортивных школ по всей республике.